Всем привет, друзья! Мы играем в Майнкрафт, с вами Алексей. Мы на Матурине, на сервере Матурин, RPG Матурин. И сегодня я хочу пробежаться по серверу, посмотреть, что изменилось. Дирижабль, который я в прошлой серии строил, ну, я его, в общем-то, запустил. Там действительно мешал просто один факел, который рядышком стоял. Вот, и полетел он, все, потом я, правда, приземлился прямо днищем на нашу вот эту основу, и дальше он уже не захотел лететь, поэтому я его разобрал. Буду, наверное, в следующей серии уже строить нормально. Вот надо пару облаков бы еще достать, там маловато все-таки у меня облаков, как оказалось. Так, а сегодня пробежимся, посмотрим, что там построили. Джайна говорила, что построили дорогу туда дальше, ту, которую я начал строить. Ну и как бы, почему бы не пробежаться, не посмотреть. Так, ладно, в общем, это в любом случае куда-то сюда. Вот еще, кстати, поселился один игрок прямо рядом с нами тут. Так, кто это у нас, кстати? Так, они очень дешевые, думаю, не стоят. В общем, тут люди общаются в офлайне. Так, драконоборза, в общем, вот такой вот домик. И я слышу звуки молотка, то есть, ну, наковальни, то есть что-то чинит, видать, что-то чинит. Так, вот, кстати, вот такие, смотрите, так что это написали, плоды собирая, дерево не руби, ну, понятное дело. Вот такие вот плоды, я посмотрел, что из них можно делать, оказывается, даже броню, вот, как бы это странно не звучало, то есть, смотрите, если сделать с водой их, получается такой канделябрим, вакс какой-то, короче какой-то канделябр, из него можно добавить к нему кожу, получить вот такой укрепленная кожа какая-то. И, о, кстати, тут же можно свечки делать, глянь, а красивые свечки можно делать. Хм, интересно, глянь, даже разноцветные можно делать. Так, вот это я только что узнал об этом, если честно. А ну-ка, надо посмотреть срочно. Правда, маловато плодов, 4 всего, а мне надо побольше. Так, это тут кто-то мне выращивает деревья, и я тут одно посадил, вот это вот. Остальные уже кто-то другой садит. Ну, наверное, этот самый технократ, он тут что-то как-то так заботился об этом. Дорожку, кстати, к себе провел. Вверху у него там уже что-то такое строится серьезное. Ну да ладно. Так, ребята Эпсон и Вик тут развиваются со страшной силой. Так, давайте посмотрим, как работает у них ихние ворота. Я, по-моему, показывал уже, но все же. Открывайся. Открывайся. Что они тут? Сигнализация сделали, что ли? Ну да ладно. Не будем так сильно уж так. Видите, у них новый варан, дракончик. Так, они тут целый мавзолей строят для своей ноды. Ну, только у них тут вообще конкретно. Зацените. Это все маркеры, это, видимо, чтобы разносили эти големы. Опачки. Да, я думаю, что у меня не открывается. Так, не знаю, что это было. Почему-то вылетели мы. Ну да ладно. Так, что тут у нас? Зрячего дерслома глуп. Один глиняный глуп. Три дерева глуп. Это же переписи их големов, наверное, что ли. Ну вот, смотрите, бегают големы у них все-таки. Бегают. А что у них так все сверкает, гляньте? Какие-то такие звездочки. Что они тут такое наколдовали, такое серьезно? Да, огород у них тут конкретный. Вот эта печка засоряет нашу ауру, если что. Вот смотрите, у меня сейчас тут сколько? 1109 аж. 1109 у них тут нода. Вон, видите, она там вверху кристаллом заманили. Все, что можно, сюда высасывают. Ну, короче, эти скоро будут монополисты на ноду. Так, что там у них еще есть? Вот, кстати, другие големы, смотрите, это как-то они иначе строятся. Ишачок. Так, конячки, что-то меньше их стало почему-то. Так, это они тут еще не достроили дорожку, видимо. Понятно. Так, что-то у меня дергает меня, Непонятно почему. Ну да ладно, значит, сейчас не о них. Сейчас посмотрим, что там дальше у нас есть. Так, что опять у нас проблема или что? Похоже, да. О, она открылась. Она, по-моему, должна сама и закрываться. Да, закрывается, отлично.
Так, ладно, в общем, говорят, там построили еще что-то. Пойдем пробежимся, посмотрим. Кстати, у нас же есть карта. Сейчас глянем, что там у нас еще есть. Так, что-то он как-то мне показывает, что я не тут. Ага. Так, вот что-то новенькое. Вот этого, по-моему, не было. Так, что там у нас еще, что там еще. Вот, да, действительно, дорога построена. Круто. Так, вот этого я еще не видел. Да тут много чего я не видел. Сейчас мы пробежимся, посмотрим, что там есть. Так, что это за круглая такая здоровая штука? Надо посмотреть. Гляньте. Вот ты, блин. Так, а ну-ка, а ну-ка. Не хочу по воде бежать. Так, посмотрим сейчас, посмотрим. Если бы она еще была подписана. И вообще, что это такое? Это недостроено или это так уже достроено? Только чтобы было понятно, что это... Шар какой-то. Так, ну я ломать не буду, чтобы внутрь зайти. Я так думаю, что внутри то же самое, что и снаружи, просто блоки. Но такая штука здоровая, если уж на то пошло. Да. Я не знаю, насколько она... Это просто шар, наверное. Ну а как иначе? Да, это что-то, наверное, не из местных. Местные шары не строят. Я что-то так подозреваю. Хотя, черт его знает, может, построили. Так, надо вернуться на дорогу, потому что по траве я так долго не пробегу. Так, вот этот замок, я не знаю, тоже, по-моему, бросили его, строили, потому что он вроде как не меняется. А может, и меняется, да, я не знаю. Так, дорога. С дорогой, да, чуть побыстрее все-таки бежать. Так, вот еще какой-то домик. А ну, что там у нас в домике. Это, видимо, кто-то только-только начал. Сейчас мы так запрыгнем, поглядим, что там есть. Так, дорожку выстелил. Молодец. Ух ты, тут целая картина. Да ты шо? Не, ну эта картина, надеюсь, он не пикселями рисовал ее. Потому что тогда это вообще респект. Да, у нас тут есть мод Painter, так что все может быть, конечно. У нас очень талантливые люди. Вот загончик из трех овец. Класс. Так, ладно, поехали дальше тогда. Смотрим, что там еще есть. Что там еще есть. Вот неплохая нот, да? Сколько на 530, да? Так что силитесь рядом. Будет вам счастье. Так, Фустик подключился. Да, Фустик. Мы знакомы с Фустиком. Играли даже вместе как-то. Так. Ну вот, я вижу, там что-то впереди. Что-то впереди есть. Сейчас посмотрим, что там у нас есть. Так, ну главное, что дорогу построили от спавна. Это вообще супер. Так, поселению на цветочной поляне. Ну, почему нет? Пойдем направо сначала. Так, тут видите эти самые маяки, чтобы не пробежать дорожку. Так, мне все-таки кажется, что полублоки, которые вот здесь стоят, они все-таки немного медленнее, чем целые блоки. Так, а что это такое? А, ну это у меня растет такое. А, вот здесь я сейчас, наверное, могу найти в этом саду вообще, наверное, все. Так, гляньте, вот эта штука, у меня вообще не было такой штуки. А, она и, кстати, в рецептах участвует, так что надо ее взять. Гляньте, тут сад... Полный сад деревьев разных. Так, что там у нас? Не сбивайте. Ну, понятно. Так, это что у нас такое? Не знаю, есть у меня такое или нет. Берем. Так, вот это что такое? Так, груша, лимон. О, класс, тут полный набор. Сейчас мы... Бананы? Да ты что? Классно. Так, это что такое? Это что-то типа вишни, скорее всего. Так, это, наверное, я рановато снял. А, нет, это не вишня. Это точно не вишня. Так, здесь нода. Ну, это джайна. Это джайновские домики. Хотя, все может быть. Так, а что это такое вот это рядом, а? А, это виспа застряла, все понятно. Так, ладно. А, вот эти штуки я хочу, по-моему. Или не их. Нет, это какие-то груши. Вот надо... О, вот это что такое? Так, а ну-ка. Ваниль на деревьях, класс. Так что-то я не понял, это что можно на дерево, в принципе, все посадить, получается. Так, вот этих штук у меня тоже нету. Ну, извините, что я в прямом эфире тут занимаюсь. Вишни у меня нет, кстати, а вишня, она во многих рецептах есть. Так, вот это что такое? Наверное, какой-нибудь хмель, паперкон, какой-то перец, корн, это у нас кукуруза. Это кукуруза-перечница, получается. Так, не, ну неплохой такой сад получается. Это кто-то вот так вот позаботился. Ну, не знаю, наверное, джайна. А может и нет.
Пишите в комментариях, чья это усадьба. И большое спасибо за такие... Ну да, это Джайна тут у нас крутит. Кстати, Джайна тут выстроила вот такой памятник нашему админу Фоксу. Ну, согласен, круто. Согласен, круто. Вот сюда можно что-то ему кидать. Я не знаю, насколько ему это понадобится. Он вообще-то не играет, если уж на то пошло. Ну ладно, ну смотрите, зацените, из золота, тут золотые такие вот эти, ну супер, супер. И это все с помощью мода Painter строится. Да, он у нас такой, но с картошкой, но все же получился. Так, а ну смотрим, что тут написано. Памятник администратору Фоксу, создавший мир божественных перстом своим, поддерживает и хранит устои, мы как за каменной стеной за ним, алмазы жертвовать его благодарить нам стоит. Угу. То есть мне кажется, что я сейчас кого-то призвал. А, вот они, эти свечки, кстати. Прикольно. Так, ну, ребят, ну, похоже на этот самый, на... Не буду комментировать, короче. Сам памятник супер, супер, согласен. Так, ладно, пошли дальше. Так, я вообще куда иду? Так, надо сориентироваться, куда мне вообще идти. По-моему, я иду назад, мне надо вперед. Нет, мне надо назад. Или вперед. Я заблудился. Так, ладно, куда-то дорога ж выведет. Ой, господи. Так. Почему нету вот этих вот штук, которые я ищу? Канделям какой-то. Я хочу попробовать сделать ту броню, что там за броня получается, интересно. Так, это не оно. Так, вот, все правильно. А, вот оно, это деревце. Ну-ка, сейчас мы тут пособираем. Пособираем. Так, нету больше ничего. Жаль. Так, ну что ж, идем дальше. Идем дальше, пока светло. Вот я вижу там какой-то еще памятник. Ну, меня он привлек. Так, к спавну и поселению городской. Короче, там какая-то деревня, наверное. Так, вот что-то какие-то развалины. Или это строительство какое-то будущее. Да, возможно. Так, а как туда попасть? Туда вообще попадают? Нет, оно просто стоит посреди. Короче, дороги нету к нему. Ну, пройдемся, посмотрим, что там у нас такое. Что-то оно у нас под такое. Это, наверное, что-то мне так кажется, что Вик строит такое. Вик любит такие вещи. Не Вик, а этот самый. Не знаю кто, короче говоря. Так, понятно, как сюда забраться. А наверх надо запрыгивать или просто смотреть издалека. Так, ну что, неплохая такая штука стоит. У нас вечер уже, правда. Ну что, гляньте, какой воин. Не знаю, что у него в руках, мотыга или что. В общем, копье, наверное, копье. Да. Так, а вон я вижу, по-моему, Парфенон, который так рекламировали здесь. Кто-то сказал, что построил Парфенон. Карфенон или Парфенон, не помню. Ну, в общем, да. Что-то греческое такое. Ну, зацените, какая основа, фундамент. Так, ладно. Хорошо, что у меня есть сапожки для подпрыгиваний. Так, а что там такое сделал? Тут как будто у нас зомби-апокалипсис, что тут настолько нужно охранять. Так, ну что ж, я сюда зашел. Тут все круто, красиво. Согласен. Так. Это что-то такое тоже серьезное. Естественно, не открывается. Или у нас уже лаги просто идут. Да, не открывается. Ну, я так думаю, что внутри не менее красиво, чем здесь. Ну, что такое, весьма красиво, особенно в ночном пейзаже. Вообще круто смотрится. Да, стена серьезная такая. Так, только я не знаю. Ну, все он тут подсветил, видимо. Да, все подсветил, поэтому... Так, а ну-ка, кстати, когда вот на F4 нажимаешь, там, по-моему, ночной пейзаж иногда бывает. А, вот, день или ночь. О, класс, класс. Где я вообще? Так, я вот он, да. Ну, вот сейчас мы и посмотрим. Видите, вот, черные пятна, это, по-моему, деревья. На крыше все подсвечено, так что зомби здесь... Вот здесь недостроена стена. Понятно. Так, что мы там еще имеем? Вот тут что-то очень все светло. Но это, наверное, Джайна тут засветила все. Я так подозреваю. Так, и есть еще вот у нас какое-то селение. Вот что-то есть. Сейчас пойдем везде. Так, сейчас, ну-ка, нужно сориентироваться мне, короче, куда-то туда. Так, ну что, красивая штука. Красивая. Главное, похоже. Я помню, как выглядит это здание, ну, в реале. Так, ну и тут нота даже рядышком. Так, сколько там, на 660, неплохая. Так, это что-то такое у нас тут тоже строится.
Интересно. Ух ты, класс. Ух ты, класс. Согласен, класс. Так, а вот, наверное, вот так должно входить. Вот так можно входить. Кстати, вот этот песочек, на нем тормозят все. Ну что, гляньте, мозаика. Кстати, открыто. Тут-то, кстати, открыто. Короче, какой-то дом для богов, я так понимаю. Ну, там еще второй этаж есть. Залезем. Для кого же построили? Для того, чтобы я когда-нибудь пришел сюда и залез. Так, здесь прекраснейшая крыша. Так, так, так. У нас тут доспехи и все такое. Кстати, мы как одеты? Ой, как плохо одеты. Ну ладно, не буду брать. Что? Так, тут у нас библиотечка. Можно зачаровать. О, я, кстати, оказывается, успел проголодаться. Так, вот такие вот столы для снятия опыта. У нас, по-моему, скоро их отменят, потому что админ решил, что это не очень хорошо. Так, блин, сейчас бы найти эту самую дырку. Где дырка-то? Так, а что это у нас такое? А, вот же дырка. Да, это она. Так, можно было бы, конечно, ночь переждать, так, чтобы по ночам-то не ходить. Но мы же, как говорится, джентльмены удачи. Почему бы не походить? Так, и вот тут я вижу уже какого-то босса, который все-таки почему-то попал в этот периметр. Не, он, наверное, под землей. Под землей, наверное. Да, ладно. Так, ну что ж, хорошо. Хорошо, красиво. Согласен. А, нет, это не песочек. Это как раз дорожка для ускорения. Зря я ругал тут. Что, песок тут? Тут не песок. Так, ну да ладно, пошли. Пошли на грешную землю. Так, куда идти-то? Куда-то вот туда. Главное, чтобы меня сейчас тут еще не завалили. Так, и еще хотелось бы посмотреть вот туда. Там еще Анна Виктория просила зайти. Вспомнить бы, где она живет. Так, дорога, дорога. Мне нужна дорога. Да, вот она, дорога. А по этой дороге уже можно прийти куда хочешь. Так, что тут написано? К спавну, цветочный домик. Это мы там были. Дорога к мудрому дереву. А это что у нас такое? Это халява. Халява мне не нужна, спасибо. Так, 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 так. Сюда к дереву. Что за мудрое дерево? На, вроде сюда. Куда надо идем. Так, главное, что здесь все хорошо подсвечено. А это значит, что в ближайшее время нас хотя бы не убьют. Так, это у нас наступила сейчас ночь. А я начал играть с утра. Так, что это такое у нас? О, Каннина Виктория налево. Вот она просила зайти. Сейчас мы зайдем. Так, 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 так. Так, что тут пишут? Выход к деревне. О, класс. А, владение Анны Виктории. Так, открываем. Не открывается. Анна, впускай. О, бежит, бежит, торопится. Нет, я не наверху, я не знаю, где там у тебя верх. Так, ну что, она будет меня впускать, нет? Ой, ты господи. Так, вот я вижу, где она. Так, тут тоже закрыто. О, поняла, да, наверное? Так, во-во-во-во-во, бежит, бежит, бежит. Сейчас она нам откроет. Свое строение. Да сейчас, 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 подожди. Давай, открывай еще раз. Ну, захожу. Оп, ой. Все, наконец-то. Так, кузня, ремонт, изготовление. Василиск, салют, согласен, салют. Так, печка, еще одна загрязнительница ауры. Ага, ага, так, это у нас тут... Понятно. Так, что тут у тебя есть красивого? Ух ты! А тут у нас секретные эти. Да ты что? Это пианино для ног. Ту-т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 у. Что это за мелодия? Я не знаю, только что придумал. Так, отлично. Ну что, показывай еще, что у нас тут. Так, это мы здесь были. Были.
Так, инструмент, ведра, броня, блоки. Смотрите, видите, все подписано, все как положено. Лестничка белая вверх. Тут, смотрите, какой потолочек, обои какие красивые. Я все буду хвалить. Водонос есть. Отлично. Так, таунамикон изучение. Изучает. Так, здесь что-то такое у нас. Красиво, согласен. Это хорошо. Неужели можно такое посадить в горшок? Это ж как бы это самые пещерные такие растения, из которых можно добыть. Ох, да ты шо, тут троны всякие, картины. Вот где человек занимается отдельно этим самым, как сказать, как он называется, интерьером. Во. А я интерьером что-то вообще не занимаюсь, как-то некогда мне все интерьером заниматься. Так, вот муж ее, наверное, спит, или даже жена. Алексис, библиотекарь, пассивный, дружелюбный, не женат. Понятно, торговля, что торгует? Книги на изумруды, понятно, придем, придем. Так, арбуз, виноград, семена, рыба. Все подписано. Собака в банке, пожалуйста. Редкое животное. Так, кожа, пшеница, ля, класс. Белье, грибы, это что у нас эти самые? Сыроежки, рыба. Что это за склад такой интересный? Ну, такого не было. Схематика, понятно. Знаете, какая штука, маленький этот. Класс. Так, огород. Что у нас в огороде? Големы ходят, трудятся, собирают. Вот этот скучный, у него, видите, перерыв, перекур. Ну, там два голема нужно, чтобы один собирал, другой сеял, я так понимаю. Ух ты, опята растут у нее, да? Это грибы что, на опята, на этих? Прикольно. Так, а вот это что такое? У меня такого нет. Прикольно, прикольно. Так, опачки. А это вот этой вот ягодки у меня нету. Можно я сорву? А, мне нужны кустики. Так. Это какая-то фигня с зомби. Кстати, да, фигня с зомби есть такая. А, здесь нельзя рвать. Не рвется у меня. Так, а это что такое? Это, ну, это тоже я сейчас не возьму. Кстати, а вот тоже какие-то кусты, у меня почему-то тоже таких нет. Или у меня такие есть, я не помню. Не-не-не, у меня вот эти, вот эти. Пошла, куда она пошла рвать? Да, что-то пошла рвать. Там, наверное, может быть что-то по это, повкуснее. Так, а ну что у нее? Тут тыквы. О, тыквы, кстати, у меня нету. Салат у нее тут есть, класс. Так, а стол здесь на тёп это запретили, да? Да? Пан, привет, привет. Так, а это что? А, у нее дракон тут. Бля, у всех драконы, у одного меня нет дракона. Хоть бы сказали, где их брать. Так, тут можно заходим. Так, потом. Собака в банке. Новое изобретение. Так, так, ну что ж, пошли дальше. Это мы куда пойдем? Это мы дальше пойдем. Пойдем дальше. А, там, глядишь, что перезагрузится. Так, что это у нас такое? Дорога к Фустику. Вот Фустик. Говорил, что что-то мне может дать. Там серебряное дерево. Так, это его кабины. О, все-таки принесла. Так, BlackBerry, да. Я вот не помню, есть оно у меня или нет.
Так, 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 это у нас тут фустик живет. У него тут тоже 4 вида. Из-за лага в 2 раза кидала. Ну да, понятное дело. Лаги это плохо. Так, ну, я так думаю, это вот тут фустик. Ух ты, гляньте, у него подсолнух наверху, а у меня подсолнуха нет. Я тут мучаюсь без подсолнуха. Я сейчас к нему там не запрыгну на крышу и, наверное, не зайду. Так, а ну. Фустик. Так, а он есть, интересно? Понятно. Как только его снимают, так его сразу и нет. Эх, Фустик, не быть тебе летсплейщиком. Ты не знаешь, когда нужно снимать. Это я шучу, конечно. Так, ладно, что там у нас еще есть из жителей? Так, пробежимся туда. О, давай в деревню. Пошли в деревню, пошли. Так, вот большая серия, я так чувствую, получится. Не знаю, может быть, что-то повырезаю. Там, не знаю, с этими, особенно с кустами, как мы их не могли сорвать. Так, 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 так. Ох ты, вот тут вот красиво. Я это видел, кстати. Классные такие орнаменты какие-то, как будто непонятно о чем. А, так оно тут запривачено вход. Аквисора дом, понятно. О, аквисор с луком стоит, весь сияет, зачарованный. Так, значит, что там у него? О, кстати, кустики, кустики, кустики. Раз уж я в гости пришел. Так, а что это за кустики, интересно? Медный, медь, а это оловянный. Да, в принципе, есть у меня там и олово, и медь. О, отлично. Ну, знаете, лишнее не бывает никогда. Так, смотрим, куда там наверх идти, куда там наверх идти. Так, адский нарост растим, понятно. У каждого в доме есть дракон. Что за алюминиевые? Ну, давай, давай. Алюминиевый давай тоже. Ну, сейчас он их будет искать. У меня эфирное время идет, он ищет кустики. Так, 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 так. Тоже, гляньте, какая красота. Тут эти самые. Класс. Так, сейчас мы посмотрим. Тоже жена, естественно. Женат на аквису. Так, фермер. Что там торгует, чем она? Пшеницу. Класс, а у меня есть пшеница. Ля-ля-ля. Отлично. Не зря я пришел. Бардак у меня тут. Ну, у всех бардак. Что тут делать? Но все равно красивенько, красивенько, согласен. Так, а ну дальше смотрим. Дальше смотрим, дальше смотрим. Вот, по-моему, вот эти... А, нет, это не те таблички. Не те таблички. Так, ну ладно, пошли дальше. А, вот, кусты. Так, пошли дальше. Блин, а я зайти не могу. Нет, зашел. Так, это у него тут палитра дерева. Понятно. Так, а ну еще дальше. Что там у нас? Ну, он тут так основательно обосновался. Тоже огороды, огороды. Да, особенности горной местности называется. Видите, огороды попробуй сделай называется, да. Так, еще выше что у нас там? Иду, 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 иду. Так, это он все тут комнаты запланировал, запланировал, молодец. Так, во. Бамбук растет. Так, да, бамбук растет, и гляньте, какой этот получился красивый светильник. Да, прикольно, прикольно. Так, где там наша деревня? Куда идти?
Так, где деревня? Кто? А, Вульф живет. Я даже такого не знаю, Вульф. Так. Что у нас тут есть? Вот, вот эти вот кусты красивые. У меня никаких нету. Можно сорвать? О, можно. Класс. Вот такой и вот такой. Сорвалось оно хоть? Угу. Стингберри какой-то. Так, что бы мне такое отсюда выкинуть? Чтобы еще что-нибудь набрать. Ну ладно, пока все есть. Так, вот это у нас, походу, уже деревня пошла, да? Давайте. Ой, блин. Так, местная деревня, понятно. Так, и кто-то мне говорил, что можно светокамень купить. Ага, вон они все. Так, а как тут можно спуститься? Наверное, вот так. Ну, я бы так спустился. Чик. Прикольно. А, вон внизу людишки. Ну да. Ох, тут много их. Так, жаль, что я уже женатый на Линде. Пацаны, Эпсон, я тут не изменять пришел. Вик Эпсон, я это самое. Просто посмотреть. Так, Серенити, пекарь. Ну, мне бы пекарь помог. Так, что она там торгует? Гляньте, шерсть на это самое, на изумруды. Так, а ну кто тут еще? Что торгует? Чем тут кто еще торгует? Библиотекарь. Ага, на книжные полки. Ну да, конечно. Лукас священник торгует. А, вот на светокамень можно поменять. Прикольно. Так, а это стандартный торговец. Ну, кстати, фрагмент знаний он дает. Ну, на нитр. А нитр на этот не никак. Наоборот. Книжные полки на фрагмент знаний. Ну да, тоже прикольно. Так, ну что ж, хорошая деревня, конечно. Я так понял, что Анна Виктория... Ага. Анна Виктория тут взяла шефство над этой деревней. О, гляньте, баран из Твиллис Форест. Так, что я с ним говорить собрался, что ли? Так, овцы постриженные почему-то. Так, ну что, неплохо, красиво все. Ну как, она, по крайней мере, эта деревня как заспавнилась, наверное, такая и есть. Так, а что вот это такое? А, тут запривачено, все, я понял. Так, куча этих самых. Так, а кстати, как там нанять? Ну я поцеловать Рассела не буду, наверное. Как бы он мне не нравился. Так, а то еще подумают, что я не то. Так, кормите пшеницей, потом забирайте овцу. Угу. Понятно, то есть можно отсюда овец взять. Да, прикольно. Так, и что у них? О, какой-то дом. Или я оттуда пришел? Да, я, наверное, оттуда пришел. Виноградники. Не, виноградники это обычно этих. Деревенские. Так, а вот чей дом-то? Чей-то дом? Или я в нем и был? А, я в нем и был, получается. Так, хорошо. Ну-ка, дом тоже красивый, кстати. Все перешли на ворота. У меня до сих пор ворот таких нету. Ну-ка, пробуем. Нет, у меня тут нет привата, значит, нету дверей. Проходи мимо. Вот для тех, кто собрался проходить мимо. Так, мне бы еще сейчас домой попасть, вообще бы было хорошо. Но я думаю, мы на этом серию закончим. Да, была веселая длинная серия, как мы ходили в гости ко всем. Кто был дома, тот засветился. Кого не было, ну, чаще заходите, ребят, что тут скажешь. Так, ну и вообще мне это все, конечно, нравится. Мне нравится, что это все развивается одновременно и есть везде что посмотреть. Намного даже интереснее, чем строить, вы знаете. Так, кто тут меня только что легнул, наверное, какая-нибудь виспа. Так, а ну-ка отсюда, куда я упаду. Так, у меня кроссовки не такие, с которых можно падать. Неужели через его дом нужно... Ой, ну все, короче, в общем-то я спущусь, наверное. Так, все, спасибо, что посмотрели, дорогие друзья. Это был сервер Матурин и все, что построили наши игроки, тех, которых я не показывал ранее. На этом сегодня все. О, здоровое дерево какое. На этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.